Вас приветствует Александр Чар. Прямо надо мной, на высоте 3 метра, висит несгораемый сейф. В нем находится уже готовый детектив. Его содержание я постараюсь передать вам силой мысли. Мне нужен помощник. Я прошу вас отвечать на мои вопросы сначала мысленно, потом вслух. Лучший сыщик на земле. Вслух. Пуаро, Шерлок Холмс. Прекрасно. Лучший яд для убийства. Цинсикали. Прекрасно. Кто убил Лору Палмер? Не знаю. Именно поэтому вы мне и подходите. Я вас прошу выйти на сцену. Виктор. Да. Напоминаю, детектив написан и находится над нами в сейфе. Его сюжет я буду внушать зрителям силой мысли. А я? А вы сейчас мне поможете выбрать свидетелей. Ага. Внимание на экран. Известные авторы детективных романов. Борис Акунин. Дарья Донцова, Татьяна Устинова. Я попрошу встать в зале зрителей с именами Дарья, Татьяна, Борис. Встаньте, пожалуйста. Выберите, пожалуйста, любых троих зрителей, кто вам больше нравится. Молодой человек, вот в маечке в белой, да? Вот девушка. Девушка, вот, вот, да, вы. Поднимите руки. И вот молодой человек в галстуке. Всех остальных я прошу садиться. А вы, уважаемые, кого выбрали? А вы зря сели, у вас галстук. Встали. 3 человека, 3 свидетеля. Они будут отвечать на вопросы. А вы, Виктор, будете писать ответы на доске. Угу. Прошу писать крупно, угу, чтобы всем было хорошо известно. Угу. Хорошо видно. Фломастер перед вами. Внимание, прошу девушку смотреть на меня. Вы меня хорошо видите? Постарайтесь представить некий предмет. Я вам сейчас задам вопрос. Я вам внушаю этот предмет. Отвечайте на мои вопросы быстро, глядя на меня. Ваш любимый предмет на кухне, быстро. Нож. Нож. Громче, пожалуйста, прошу отвечать. Нож, крупно пишем. Молодой человек, вопрос вам, следующему свидетелю. Орудие преступления совершено с помощью ножа. Вы попробуйте ощутить себя в комфортной, приятной обстановке. И попробуйте почувствовать то место, о котором я вас сейчас спрошу, которое я вам внушаю. Назовите, пожалуйста, город, в котором вы бы хотели оказаться прямо сейчас. Быстро. Мюнхен. Мюнхен. Мюнхен, крупно. Последний свидетель. Представьте образ некоего человека. Я сейчас уточню, что это за человек, который будет связан с преступлением. Произошло в Мюнхене, произошло с помощью ножа. На меня смотрим, пожалуйста. Называем имя известного человека, которого нет в этом зале. Быстро. Быстро! Так, молодой человек, Путин. Быстро! Имя известного человека, которого нет в этом зале. Путин. Александр, извините, мне писать? Путин, пишем. 2 зрителя назвали абсолютно одно и то же имя. Путин. Эту фамилию. Мне сообщают, что нужно поменять. Попробуйте еще раз. Дело в том... Это некорректно просто. Что я писал, да, только... Считается, что руководитель страны... Что я писал таких... только имя человека. Напишите, пожалуйста, имя. Сотрите его. Дайте чем-нибудь стереть.
Внизу, пожалуйста, напишите имя. Этого человека? Да. Давайте, друг... сотрите, пожалуйста, фамилию. У нас, да, все нервничают. Давайте, давайте сотрем, да, и напишем просто, сделаем это заново. Нечем, нечем. Ассистентов мы попросим стереть, пожалуйста, это. Пусть, да. Видите, работа в прямом эфире не обходится без неожиданностей. Ну, пишите ниже, пишите ниже. Александр. Мы пишем имя. Мы можем имя написать. Конечно, конечно, конечно. Имя, только конечно. Имя. Назовите имя просто, не фамилии, да. Ну, отлично. Имя. Владимир. И вот только сейчас я попрошу свидетелей садиться. Присаживайтесь, пожалуйста. Нож. Мюнхен. Владимир. Странное сочетание. Но я думаю, что ничего удивительного. Нам нужно время. Время преступления. В этом вы поможете. Смотрите, пожалуйста, на меня. Вы знаете прекрасно карты. Игральные карты. Они, кстати, да. У меня лежат на столе. Игральные карты. Смотрим на меня. Называем вслух ту карту, которая сейчас вам придет в голову. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Валет, дама, король, туз, быстро. Теперь называем. 7. Семерка. Прекрасно. Семерка. Дело в том, что карта не совсем обычная. На каждой карте написано время. Время преступления. 4. Час. Четыре масти. Пожалуйста, глядя на меня, пики, трефы, бубны, черви. Любую червы. Масть называем. Червы. Итак, выбранная вами карта. Семь червей. Семь червей. Возьмите, пожалуйста, семерку червей. Семерку червей. Не переворачивая обратную сторону, прикрепляем ее к доске. Семерка червей. А теперь мне нужен ключ от сейфа. Внимание на сейф. В нем находится сюжет детектива. Прошу опустить его. А теперь самый важный момент. Сейчас мы проверим, насколько совпадают мои детективные заметки с теми ответами, которые были даны зрителями. Внимание! Некий Владимир совершил преступление в городе Мюнхене. При помощи ножа. Время преступления у вас на руках. Господа зрители, поднимите вперед руки. На руках время. 6:30. Половина седьмого утра. Давайте проверим ваш результат. Возьмите, пожалуйста, карту, которую вы выбрали. Переверните ее. И ваше время. 6:30. Все. Сходятся.